Всем привет, с вами Майеркрафт, и сегодня у нас Falloutcraft. Да-да-да, опять долго не было видео, но сейчас я постараюсь как можно больше видео выкладывать, ведь у меня время появилось наконец-то. Ты будешь школу почти закончил, там чуть-чуть прямо осталось, уже почти ничего не задают. Так что видосиков я постараюсь сейчас запилить как можно больше. Здорово. Кстати, мне там еще писал кое-кто. Так-так, еще что-то он написал. Снимаешь? Да, снимаю. Да. Мне лень писать там через ми, это. Так, я хотел кое-кому тут ответить. И где тут он писал мне? Вон нашел. Это типичный представитель хейтера недоразвитого. Привет. Твои видео говно. Пацан, ты понимаешь, мои видео не про твою жизнь, а не про Falloutcraft. Еще мне там кто-то писал тоже привет, но уже хороший, нормальный человек писал. Где он там? А, он, похоже, уже вышел из игры. Жалко. А, не, вон, Skylords. Вначале мне сам писал. Ну, я тут пока начинал видео, я долго начинаю. Я, кстати, в этом месте здесь, я тут смотрю какой-то аукцион, как в Сталкрафте. И тут я смотрю карабин выжившего. 550 тысяч, охренеть. И мне его подарили. Огромное спасибо вам, ребята. Как всегда, у меня капслог. Видос? Да, что я еще могу снимать? Да-да. Здрасте. О, чумной доктор. С чем? А, подписчик. Конечно, мне надо забрать запчасти. А, можно мне быть твоим хейтером? Ха-ха, Лейс этот. Да, не установка. Который меня тогда в той серии убил. Как хочешь, дружище. Ладно, а сегодня нам, как я говорил, надо пробраться туда и выжить, пройти так далеко. Полкарты, ну ладно, не полкарты, если знать, что здесь вот, здесь еще сюда, можно пройти сюда, но это уже просто пустая территория. Нифига не пустая территория! Я думал, это все, конец, а нет, нифига, ё-моё, да это что за карта такая? Пипец. Ну, Falloutcraft, ты здоровый. Еще и в как... Ё-моё, это что за город такой? Понятно, даже близко не полкарты, ну ладно. В любом случае, нам надо в тот город. Этот раз миссия у нас такая вот слабенькая будет, потому что мне надо, чтобы никого не убивать, желательно. Так, сюда. Вот, запчасти. Это раз я справлю запчасти. Обидчик Мэла, блин, это, наверное, потом. Ведь там придется и так убивать кого-то. Ой, здрасте. Ой, это ж... Этот! Здорово. Я никуда не собирался. Я ухожу. Ладно. Понятно все с ним. Пока он здесь, мне его из города не выйти. Так, я пошел к шерифу. Шериф, этот парень меня убил. Я требую наказания. Требую справедливости. Наказать его. 5 лет колонии. Шо он пишет? Так, можно мне... Я уже ему ответил. Так. Блин, Лес. Ё-моё. Я уже ответил тебе, блин. Нет. Так. Привет. Антихайп, здорово, блин. Чё тебе надо, блин? Я уже ответил. Как хочешь, твои желания. Так, барьер ставлю, ты не пройдешь. Я люблю эту игру. Так, как бы мне от него избавиться и пройти в миссию? Мне никого нельзя убивать. Да и я, если захочу, я его не убью, я знаю это. Он слишком прокачанный. Ауе. О, понятно, я попал к умным ребятам. Так, тебе раз помочь... Блин, я забыл, как писать, серьезно, блин. Ладно, еще раз помочь. Можно? Можно? Да ё-моё! Чё ты пристал? Да, я спрыгну. Ай, здесь невысоко, жалко. Чё вы ко мне пристали, блин? Опа, что здесь у нас? Я под машиной спрячусь. Он меня не найдет, нашел уже. Так, а можно мне респаун? Нет, как в Сталкрафте или какой там этой игре респаун можно сделать, я уже забыл. Что тебе надо, блин? Что ты пристал? Дай мне выйти из города.
Как бы мне от него избавиться, так по-тихому. Чтоб не навредить ни ему, ни себе. Желательно, конечно, не навредить себе. А лучше я уж в конце себе видео накажу, но вырежу ему. Так, приветствую, антридурды, бак с пролем. Я, еще, блин. Да-да-да-да, спасибо. Да-да-да-да, бака, если ты это смотришь, я... Я уже убедился, что в Fallout Craft есть люди не с той ориентацией, ладно. Так, инженер, может ты мне поможешь? Как бы мне от него съебаться, блин, ребята, мне нужно съебаться. Так, так, так. Притворюсь, что я АФКшник. Все, АФКшим. 2 hours later. Он здесь? Так, похоже, он ушел. Сваливаем с города быстрее! Валим отсюда быстро, 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 быстро. О! Так. Химен. А, этот чувак, кстати, меня навещал. Авионут. Здорово, Авионут. То, что ли, подписчик или хейтер? А, не, похоже, хейтер. Раз с этим. Фу-фу! Так, а кто меня из пушки хреначит? Не понял. Или это у тебя такой ножик суперский, который стреляет лазером? Ребята, вы, конечно, понимаю, ну, блин, может, договоримся? Не будете вы меня трогать, пожалуйста? О, спасибо, все-таки это, похоже, не хейтер. Так, ты и так богатый, чё ты лезешь, блин? Лейс! Эй! Вообще-то мы хейтеры, а, все-таки хейтеры. Ё-моё. Хейтеры, блин. Хейтеры суперпушки. Кажись, сегодня мой челлендж не удастся. Я твой хейтер. А я твой... Ладно, не буду лучше. Шутки слишком далеко зайдут. А где там мужик вот прятался? Эй, мужик, я с тобой спрячусь, окей? Окей, только не выдавай меня. Сиди здесь, спрячемся. Дружище! Здорово, помоги, братуха, меня хейтеры зажали. О, спасибо, конечно. Ё-моё, сколько ты патрон мне скинул. Блин, мне надо научиться в лейс писать. Так, а, антихайп мне прилагает какую-то сделку. Ваш инвентарь был добавлен предмет. Кольт? О, кольт! Спасибо! Старый добрый пистолетик. Ё-моё, блин, челлендж отменяет сегодня все. Название тоже. Ё-моё, гопота вернулась! Но теперь у меня есть пистолетик, но я думаю, он ничего не сможет сделать против его лазерной пушки. Чумной доктор, блин. А я майор Гром, скотина! Шо, это электрические мышцы? Готов. Чё за электрические мышцы? Выносливость плюс натуральная регенерация, ё-моё. Шо это? Не выпадающий в слотах, не активен. Ё-моё. О. А, ну, не обязательно было возвращать, конечно, но спасибо. Эластичные мышцы. А как мне их сделать? Так, еще обмен. Антихайп уже. 1 миллион! А, ну он мне вроде бы обещал там. Обмен хороший, 1 патрон стоит 1 миллион. Ё-моё. А я не лопну? Я, кажется, сейчас лопну. Так, я бы сейчас написал тебе антихайп, но я говорю, я забыл, как в лес писать. Ну, короче, ты видео, надеюсь, посмотришь. Тебе огромное спасибо за лям. Блин, лям, целый лям, офигенно. Ну, мне надо как-то от этих гопников избавиться. Они меня преследуют. Ё-моё, давай, поехали, поехали! Палим отсюда, я на пулемет! Альвидерчи! Я... А сколько он стоит? Могу ли я себе такой же купить? Ё-моё! Пожалуйста, возле города! И что это, враг? Ё-моё, я ноги сломал, похоже!
Диабичек. Так, опыт забираю. Так, монетки я вижу, не вижу больше смысла вообще какие-то собирать. Так, место обидчика Мэла где-то здесь. Во, рейдер-стрелок. Короче, челлендж сегодня отменяется. Сдохни, скотина! Ага, место обидчика где-то здесь. Ё-моё, что мне подлагивает. Надо найти обидчика. Он где-то снизу. Так, медленно. Ай, больно. Никого, никого. Главное сейчас не сдохнуть. Так, я с собой лям же не взял. Не взял, хорошо. Обидчик Мэла где-то рядом. Ё-моё, что там за садания творится? Ай, больно как. Минус. Где обидчик? Я жду. Где этот вонючий обидчик? Я отомщу за... Не-не-не-не! Прости, прости. Сдавайся. У вас слишком большая разница уровней. Так, а почему меня тогда Лей смог убивать, если такая разница в уровне не дает убивать? Странно. О. Но я доволен, что я не ранил антихайпа. А то он мне помогает, а я тут такой ему в спину нечаянно стринул. Так, а как мне полечиться? Так, а эта хрень не работает? Не понял. Мгновенное лечение. Шприц суперсила. Эффект при падении. Не понял. Иди в этот город. На вертолетике-то быстро. Давай, давай, тащи. А фонарик есть? Я не вижу ничего. Вообще ничего не видно. Я слышу гули. Гули, 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 гули. Так, наверх, 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 наверх. Там он. Да, спасибо! СП. СП. Спасибо. У меня, кстати, до сих пор экран обрезается. И за лям тоже спасибо, и за это спасибо. Да, мы выполнили эту миссию. Можно возвращаться к Мэлу. Обратно? Да. Да. Красиво, красиво. Ё-моё! Граната взорвалась. Радиация 45, какого хрена? А как мне эту хрень выбросить? Так, как? Я не понимаю, как эта фигня лечится. Я ее покупал, блин, чтобы лечиться, она не работает. Какого хрена? Как ей вылечиться? Ну ладно, давай, поехали! И ПЖ, сделай стрим по ФК. Ну блин, ребята, я уже объяснял в своем дискорде. У меня сейчас видеокарта слабая. Она не потянет стрим. Моя прошлая еле тянула стрим. А вот это не потянет в жизни. Это GTX 220. Ядрами у меня тоже все плохо. Да, у меня пока все говно. Но сейчас я вроде смогу улучшить. Надеюсь, сейчас к лету я смогу улучшить. Ой, как лагает, жопа, 20 FPS. Весь клан ждал видео. О, спасибо, это приятно. Постараюсь чаще сейчас выпускать видосы. А как смогу видеокарту улучшить, то тогда будут и стримы. Мужики, здорово, давно не виделись. Сколько лет, сколько зим. Охранник, поехали. Дай пройти, уже иду. Пацанчики, вы лучшие. Ближе не подходи. Да ё-моё, блин. Ну, я думаю, мы друзья уже, блин. Он ближе не подходи. Ты говно. Я хочу кушать. Можно я отсюда уйду? Я уже вспоминаю это мучение, когда все вокруг тебя повторяют одно и то же. Вы я, похоже, жрать хочу. Как? Здорово, Мэл. Давно не виделись, братуха. Ты начинаешь оправдывать все те ресурсы, что в тебя вкладывает банда, пес. А что вы мне дали? Так, дай-ка я вспомню. Помни, что мне не дали. Не сомневайся, Мэл. Благодарю за награду. Чем еще могу служить? Да уж, было жарковато. Ну мы да, крутые. Надо говорить так, да, без проблем. Доставь все максимально быстро. Ладно, ладно. Получи новый перк. Крутяк. Так, перк. Перк. Чё-то не работает. Куда? Сейчас посмотрю квесты. Найти товар. Товар! Нужно реальный товар, понимаешь? Теперь я могу сказать, где я, и сказать, куда нам идти. Вот здесь. Давай вот сюда влево.
Я не знаю, как это объяснить, но надо туда. Потом вот так пойдешь, потом вот так пойдешь, потом вот так пойдешь, пойдешь. Так, во-первых, давайте-ка на этом я буду заканчивать. С вами был Майеркрафт, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Да, на этом видео заканчиваем. Может, сейчас второй как раз сниму сразу, а то что уходить, там антихайп на месте, все на месте. Можно сразу второе видео ближе записать. Ближе не подходи. Я уже ухожу, ухожу. Все в порядке, порядке, порядке. Порядке, порядке. Ладно, всем покедова! А сейчас начнем, наверное, новое видео, да, антихайп? На что пялишься? Не на шо.